Двое младших детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отличились на состоявшемся на днях концерте хоралов в Вестминстерском соборе. Появившись в соборе с родителями, пятилетний принц Луи и восьмилетняя Шарлотта так расшалились, что основательно подпортили торжественную атмосферу мероприятия. Об этом сообщило англоязычное издание Hello. Заметим, что этот концерт дал возможность в очередной раз показать, как Кейт Миддлтон умеет безупречно выглядеть и держаться. Принцесса, которой снова досталось вести концерт, появилась в соборе в, казалось бы, незамысловатом, но очень элегантном наряде. Принцесса прибыла на концерт во всем белом, с головы до ног. Для этого своего выхода она выбрала белое пальто от Chris Kior, которое набросила поверх достаточно простой блузки того же тона и брюк в цвет с высокой посадкой от Holland Cooper. Этот свой ансамбль она дополнила изящными туфельками на шпильках и маленькой сумочкой от Strawberry. Джордж, Шарлотта и Луи, появившиеся с Кейт и Уильямом на концерте Т.